Все в твоих руках. Давным-давно в старинном городе жил мастер, окруженный учениками. Самый способный из них однажды задумался. А есть ли вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа? Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Скажите, какая бабочка у меня в руках, живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках».